вы, наверное, и есть староста Драмкружка. Да, что? Много о вас слышал. Очень приятно. У меня к вам покорнейшая просьба. В связи с приходом законной власти в город, устроите нам праздничное представление для господ офицеров и счастливых горожан. Ну, сейчас. Даже не знает, как можно влипнуть с такой вот жизнью. Там не избавишься. Она просто готова была к восприятию любви. Я попал случайно, ошибкой. А придет другой настоящий. Я рад резвиться от этой ошибки. Господи, Боже, тот, кто там на этом небе. Спаси, прости,